25 октября в стенах Таврической академии Крымского федерального университета прошла первая отчетно-выборная конференция обучающихся КФУ имени Владимира Ивановича Вернадского, в рамках которой состоялись выборы членов Совета обучающихся КФУ и председателя Совета обучающихся КФУ. Сегодня действительно очень важный день, потому что проходят выборы в Совет обучающихся Крымского федерального университета имени Вернадского, самого крупного, самого лучшего вуза нашей республики, который объединяет более 30 тысяч студентов в своих стенах. Вуз, который действительно призван стать, несмотря на то, что вуз самый молодой федеральный вуз в нашей стране, призван стать действительно кузницей кадров для Республики Крым, для Российской Федерации и играть ключевую роль в системе высшего образования нашего региона. Путем голосования председателем Совета обучающихся КФУ был избран студент второго курса философского факультета Таврической академии Максим Нырков. Ну, я начну с организации. То есть я наведу порядок в самой студпалате на высшем уровне. И я думаю, это уже станет импульсом для того, чтобы организация работала эффективно на более низких. В мероприятии приняли участие не только студенты близлежащих районов, но и студенты из Армянска, которые приехали показать свою активную гражданскую позицию. По данным регистрации, в мероприятии приняли участие 105 делегатов из всех структурных подразделений КФУ, а также 14 делегатов по статусу члена студенческих объединений.